Проверить цепь, тормоза, педали, переключить велосипед на среднюю скорость. Даурия Молдабекова в полной экипировке готовится к велопробежке расстоянием в 550 километров по южному региону. Подобный кросс ранее в республике не проводился, а повод значимый – 550-летие казахского ханства. Мы постараемся преодолеть данное расстояние. Это первый мой опыт. Надеюсь, он успешно завершится. Организаторы велогонки подготовились к этому событию основательно. Сопровождают велосипедистов врач, патруль ДПС и группа поддержки. Расстояние дальнее. Нужно учитывать все и готовиться ко всем случаям жизни, говорят ребята. Велопробег много людей набирать не стали. На первый раз это 20 участников. В основном это молодые ребята разных профессий, которых объединяет велоспорт. Уже год существуем, велосообщество Казахстана по ЮКО. Мы неоднократно проводили велопробеги, городские велотуры, Хаскасу сидели, Машат и разные маршруты. У нас есть уже база как велосипедистов. Отправляем уже 25 человек. Несмотря на жаркую погоду, велогонщики колесили по региону бодро. Остановки, чтобы искупаться в речке, почтение святых мест. Такие экскурсии участников мотивировали на хороший настрой. Многие из участников ранее в этих местах не были. Можно сказать, о такой истории знали только из книг. Бодро и с хорошим настроением проехали южный регион участники велопробега. И вот цель почти достигнута. У самого въезда в Шымкент ребят встречает наша съемочная группа. На часах 9 вечера. Ребята с патриотическими лозунгами едут в родной Шымкент. Как настроение? Всем привет! Опа! Далее кортеж направляется к монументу 550-летия казахского ханства. Остались считанные километры, но свою усталость ребята не показывают. К знаменательной дате 550-летию казахского ханства шымкентские велогонщики проколесили пол южного Казахстана 550 километров. Они объехали такие места, как Арыстан-Баб, Туркестан. И вот сейчас ответственный момент. Велогонщики прибыли в Шымкент и сейчас подходят к монументу 550-летия казахского ханства. Слава богу, без никаких происшествий. Ну, конечно, устают некоторые участники. В это время мы катались и друг друга поддерживали. Были и легкие моменты, и тяжелые вот эти подъемы. Но, честно говоря, каждый подъем, он увенчался красивым спуском. То есть пейзажи, все, что я увидел, те места в Казахстане, которые я еще до сих пор не видел. Я в восторге, эмоций очень много. Уже на месте ребята своих эмоций не скрывают, но это еще не все. Завершением акции стал исполненный гимн Казахстана и фото на память.